Евгений Пригожин отправился слушать концерт Иосифа Кобзона. Или, пользуясь его собственной терминологией, был обнулен вместе с самим Вагнером Дмитрием Уткиным. Их бизнес-джет был уничтожен под Тверью. Полет «Валькирий» окончен. Интернет полон теориями заговора. От провокации службы безопасности Украины до инсценировки покушения. Но мне кажется, дело проще. Есть интересант, есть мотив, есть цель и есть средство совершения преступления, которое не могло быть осуществлено без санкции первого лица. Это была показательная казнь Путиным своего взорвавшегося соратника. И месседж внешнему миру – бойтесь, у меня нет тормозов. Но мир должен считать это совершенно иначе. Путин превратился в безумного диктатора, типа Саддама, который публично казнит своих соратников. И заслуживает той же самой судьбы, что и Саддам Хусейн.